начнем мы с огурца. Я его уже почистила от кожи. Сейчас мы его с вами мелко-мелко порежем. Яички. Мидии у нас в масле, поэтому мы будем выкладывать их на салфеточку, чтобы они немножко обсохли. Вот так вот. Дочь, съем? Иди, я тебе дам. Так, нам нужно их промокнуть, чтобы лишнее масло убрать. Банку горошка берем, ее нужно открыть, слить сок. Наш салат готов. Приятного аппетита!